У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против, только я вашего лица не вижу, просто фотографию. А, это не надо, надо смотреть, чтобы видно было. Так видно? Посмотрите. А вот так видно. Вот сейчас нормально. Ну все хорошо. Ну как у вас все, с Богом все нормально. Да, слава Христу. Да. Так, что хотели-то? Да я вот давно вас не видел, хотел просто пообщаться. Вы говорите, когда время будет, то могу пообщаться. Да, но надо сначала написать, потому что у меня тут идет, допустим, запись, а вы в это время заходите, мне прерывать надо. А тут я слушаю, что... Я тогда письменно отвечаю, можно зайти или нет. А сколько вам лет уже? 84. 84, а вы все в трудах, все в заботах. Все работаете. Ну да. Ну да, так нормально. Я ваши ролики все смотрел, костер. Там вот, когда вы мне выслали там дети, я их все просмотрел, видите. Костер наш, вы там это, стих сочинили, не тлеющий. А вы по вере кто будете? А? Вы кто по вере будете? К кому относитесь? По вере, ну я не знаю, я немножечко психически нездоровый. Ну, я при советах в 76-м году 8 классов закончил. 8 классов и это. Я потом в комсомол вступал, то, что меня в армию не взяли. А потом с комсомола вышел, даже не платил их, думаю, все это. Коммунизм – это как идеология, утопия, утопия, короче. Социализм. А вы верующий? У вас книга такая есть, нет? Вот я вас бы хотел попросить, чтобы вы мне Библию с заедальным переводом прислали. Для вас какой язык родной? Русский? А? Язык какой вам ближе, русский? Да, русский. Ну так а что же, вы заходите, я вам скину, вы зайдете, там у меня все, и Библия насчитана, и будете слушать. А, ну, я заходил в Ютубе, у меня ваша там есть такая, я слушал. Но она долго, а там кое-где откроешь, там... Какой сталмец? Как вы разбираетесь, какой сталмец, какая глава? И все это быстро находите, когда вам задают вопрос. Ну да. Ну, так вы уже ее капитально изучили. Ну вот если я вам скину, сейчас поговорим, я вам скину, где можно послушать вам. Записанная Библия вся. Вы будете слушать? Да, но если на Ютубе вот так. Ну да, здесь чтобы... прямо, здесь я скину, она у меня есть. У на Ютубе. На сайте, я... на сайте. Сайт у меня. Ага. Ну, на Ютубе у вас есть сайт. Сайт. Угу. А так вот я вами восхищаюсь. Вы вот столько 80, за 80 лет, а уже все трудитесь. А меня вот сам себе лень кушать сварить. Ну как это? Надо же помнить, что мы все смертные, и поэтому можно заранее уже лечь и гнить, лежать на постели, а можно до самого последствия, Господь благословляет, трудиться, помогать. Чего же так себя списывать-то? Да, ну я особо так ничего от людей-то не прошу, но сам получаю инвалидность. Потихонечку в магазины хожу, приготовлю. И как-то каждый день нас не насыщенный. Ну а вы в Бога-то верите, что Господь будет судить мир этот? Что Христос умер за грехи людей? В это верите? Конечно, верю. Но я верю в этого. В Создателя. Ну так он и есть Создатель. Господь Христос, он Создатель и есть. Нет, он не создатель, он плотник.
Он создатель. Он говорит, все, что начало быть, начало через него быть. И веки сотворил. Так Библия говорит. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Это Библия, это еще Ветхий Завет. Да, это Новый Завет, Новый. А, Новый Завет. Да, Библия это Ветхий и Новый, два Завета. 77 книг. Одна из них Евангелие от Иоанна. И там написано, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Христос Словом назван. Без Него ничто не начало быть. Что начало быть? Он Творец и есть. А вот представляете, материалисты, вы же там немножко образованы, они все говорили, что все само по себе. Глупости какие? Выходит, что права Библия, дух первый. Ну, есть бабочка, есть стрекоза, есть слон, а есть кит. И что, это само по себе? Ну вот, посмотрите, цветок какой, роза, например. Ну. Это ж какой архитектор должен. Да, архитектор. Так вы посмотрите, какие животные, какие насекомые, какая пчела, как она мед собирает. Да. Насекомых тысячи, но только пчела мед собирает. Как это так? Таких вопросов миллионы, а Бога нет. Бога нет, говорят преступники, чтобы когда я умру, ничего не отмечать. Не получится. Нам всем надлежит один раз умереть, а потом суд Божий. Вот, Игнатий, я верю, что все ответят. Ну, конечно. Ответят. А вы бороду зачем бреете? Бреете бороду зачем? Да как-то я привык, у меня борода редкая. Так нет, это Бог так сделал-то. Редкое, нередкое, это Божье творение. Его как я могу подправлять-то? Это кощунство. Женщина без бороды, вы под женщину играете. Бороду бреют гомосексуалисты, содомиты и подкаблучники. Ну я думаю отрастить вот так вот. Подстригать только. Не надо ни одной волосинки трогать. Это человека Бог так сотворил. Я такой должен быть. А вы же ее длину укорачиваете? Никогда, ни одной волосинки не трогай. Вот она, посмотрите. Где я укорачиваю? Где? Ну же видно, что не укорачено. Так и выросло. Ну, так вот. Ну все тогда, я сейчас скину вам материалы тогда, не буду время тратить больше. Ага. Сейчас. Игнатий, да. Всего вам здоровья. Всего хорошего. Вы сейчас выключитесь и скинете.